В Соединенные Штаты пришла американская весна, так активисты назвали серию выступлений против политики Белого дома. Накануне в Вашингтоне состоялся первый из запланированных митингов. Участники скандировали «Арестуйте Обаму», и «Обама проиграл». Главные требования демонстрантов – отставка президента, вице-президента и генпрокурора США и закрытие всех американских военных баз за рубежом. Организаторы митингов – отставные американские офицеры. Они обещают, что в ближайшие месяцы американская весна охватит всю страну, а участие в ней якобы примут до 30 миллионов человек.